представляете, я и один иногда пою. Александр Галич. Начинается день и дневные дела, но треклятая месса уснуть не дала. Ломит поясница и ноет бок, бесконечной стиркою дом пропах. С добрым утром, Бах, говорит Бог. С добрым утром, Бог. А над нами с утра, как кричит воронье на пожарище, голосят рупора, с добрым утром, вставайте, товарищи. И потом, досыпая, мы едем в метро, в электричке, в трамвае, в автобусе, и орут, выворачивая нутро рупора, о победах и доблести из просонья. Бывает такая пора, что готов я в припадке отчаяния пошипать рупора, посбивать рупора и услышать прекрасность молчания. Под попреки жены исхитрись-ка, изволь сочинить переход из C-дур в хамоль. От семейных сцен, от толков и склок никуда не деться. И дело швах, не печалься, Бах, говорит Бог. Да уж ладно, Бог, говорит Бах. Да уж ладно. А у бабки инсульт, и хворает жена. И того не хватает, и этого. Лекарства нужны, и больница нужна, только место не светит. Покедова и меня в перерыв вызывают в местком. Ходит зав по месткому присядкою. Раз уж дело такое, то мы подмогнем. Безвозвратную судим десяткою. И кассир мне деньку отслюнив по рублю ухмыльнется ухмылкой грабительской. Я пол-литра куплю, валидол куплю, 200 сыра и 200 любительской. А пронзительный ветер, предвестник зимы, дует в окна капеллы святого Фомы. И поет орган, что всему итог. Это вечный сон, это тлен и прах. Не кощунствуй, Бах, говорит Бог. А ты дослушай, Бог, говори. Соседки, гулянка в соку, воют девки, хихикают, хахали. Я пол-литра открою, нарежу сырку, дам жене валидол на сахаре. И по первой налью, и налью по второй, и сырку, и колбаски покушаю. И о том, что я самый геройский герой, передачку охотно послушаю. И трофейную трубку свою запалю, посмеюсь над мычащей бабкою. И еще раз налью, и еще раз налью, и к соседке схожу за добавкою. Он снимает камзол, он стирает парик. Дети шепчутся в детской, вернулся старик. Что ж, ему за 40 немалый срок, синева как пыль на его губах. Доброй ночи, Бах, говорит Бог. Доброй ночи, Бог, говорит Бог. Доброй ночи.
«Ворожба». Я приглашаю на сцену Ольгу Серебряную с музыкантами. Она представит сама. Добрый вечер. Как приятно окунуться в такую теплую вашу атмосферу после холодного уличного такого променада. Мы сходили к реке, которая разлилась безмерно. И так приятно, когда зрительный зал теплый, понимающий. Мы очень рады быть здесь. Спасибо. Мы споем песню, вернее, я спою песню. Называется она «Ах». Thank you.
До новых встреч. Спасибо, Ольга. Спасибо, Михаил. Спасибо, Михаил. Я приглашаю друга нашего фестиваля, одного из старейших участников в качестве друга, очень искреннего автора, которого я люблю и уважаю. Этот человек приезжает к нам не только на Обнинскую ноту, вообще хорошо общается с Оазисом. Он, кстати, в прошлом году провел свой первый фестиваль в Крыму, который называется «Ключевой аккорд». Итак, Анатолий Шенберг. Ну, надо что-то... Добрый вечер. Надо что-то сказать, какие-то слова, слов нет, потому что от года к году фестиваль этот поражает конкурсной программой, конкурсной частью. И вы, наверное, сами убедились в этом и в этом году тоже. Так что удивительный фестиваль долгих-долгих лет. 7 футов под килем этому кораблю «Обнинская нота». Тяни за язык.
сердце кровит. Не стреляй, только не стреляй, с фонаря, с небом звонна, с небом звонна, с небом звонна. Приглашаю на сцену молодежное жюри, которое исполнит свой номер, а потом объявит о своем выборе. Прошу на сцену. Раз, два, три, четыре, пять. Падает микрофон. Итак, группа «Твоя дивизия» снова с вами, снова в эфире. Всем встать! Суд идет. Рассматривается дело по статье «Убийство». Ответчик, вам слово. Зачем тебе уши, чтобы слушать? И просто для увеличения твоей и так большой головы. На что денег полно новый пакет покупать? Бла-бла-бла, опять и опять. Лучший судьбы подарок между магазом и болью. Вот иду, наслаждаясь покоем и тишиной. Вдруг чья-то тень пролетает прямо надо мной, заслоняя. Делает, не знаю сам. Кара катится, катится, 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 кара катится, катится. Я понял, что это знак судьбы. Зверушка будет со мною жить. Ведь жена запретила заводить мне собаку. Ты совсем не боишься придурком проснуть? Кто с ней будет гулять? Убирает за ней каку. Где ты денег возьмешь на корм? Ты считаешь, что это норм? Тратится каждый раз на всякую ерунду. Моя мама и так задает мне вопрос. Где шуба от мужа? Да какая шуба, если каждый месяц нехватка средств на еду? Еще чуть-чуть, и я не стюжу. И вот так бу-бу-бу, бу-бу-бу. А это же просто идеальный питомец. Позвал я ее, бегущую по облакам. Международным камхи, моя жена. Я учила, спустилась с небес прямиком в мой пакет. Я так счастлив не был уж столько лет. Кара катится, нравится, кара катится, нравится. Кара катится, нравится, кара катится, нравится. Кара катится, нравится. Пока буду руки тщательно мыть, думаю, что сказать.
командам решать и сидеть на кухне раздался какой-то свист, будто кто-то раскручивал плеть. Метнулся назад, и как вкопанный встал, жена оголила звериный оскал. Выйдет супца достаточно много, где ты достал, милый мой осьминог? Присяжные со мной согласны. Невиновен. А на сцену приглашается Олег Барабаш. Добрый вечер, друзья. Третий день снег не дает покоя, небо держит лысины новостроек. Все мы тонем в этом огромном сугробе, от Белого моря и до Черного моря. Или здесь ветра раскатали русское поле. Хочешь, лепи пироги из тоски и горя, хочешь, блины, не жалея муки и соли. Смерть хрустит под ногою, смерть стоит за спиною, золотое косое. А я несу на плече твой простенький черный гроб, таранит снежинки, пока еще теплый лоб, присосавшийся к этой стране, как клоп. Я плотнее сжимаю рот, все плотнее сжимаю рот. Я видел, как смерть гладит тебя по лицу. Я свою полюбил, а твою полюбить не смогу. Я свою полюбил, но чужая она не своя. Выбери меня,
птица счастья завтрашнего дня, птица скорби завтрашнего дня, птица смерти завтрашнего дня, оперением красным своим ко мне прикоснись, развенчай со временем эту жизнь, чтобы стал я как тот, которого я несу. Черную пасть могилы, а не к кресту. Мы идем не спеша, опоздавшим куда спешить? В этой прогулке даже краски как будто ярче. Мы идем не спеша, ты тихонечко так лежишь. Изумленный котенок, маленький серый зайчик. А когда проснешься у золоченых врат, выверни все карманы, слышишь, собаки лают. Сбрось все стихи, за стихи воротят назад. Выброси все, там говорят, шмонают. Я за тебя черным густым варевом слов чеверну. Черные масти не выпали, и, может быть, выклинчу, чтобы тебе в раю выдали маленький домик с дивными видами. Будешь смотреть на закат в золотом венце. Смерть на бледном коне в голубые леса. Я однажды приду покурить у тебя на крыльце. Или что там бывает в конце, или как там бывает в конце. Только страшно, что нет здесь для нас никакого конца. И голосистый Андрей Бобровников. Ну, обычно я после Олеженьки что-нибудь веселое пою. Но вы уже поняли, да? Что сегодня не этот день. О, прекрасно прям и по уровню, и по всему. Даже зря прибрали из мониторчика. Чуть-чуть еще дать. С фестивалем вас, друзья, вот что хочу сказать. Может быть, пока не выступил, рано поздравлять, сейчас ложанусь, но как бы обнинская нота 2022, вот она прям прошла и прошла прям по сердцу. Это было очень хорошо. Вот, а сыграю вам песенку, которая называется «Женский блюз». Я ее пою от женского лица, несмотря на то, что ее написал. И она посвящена жизни и творчеству замечательной французской певицы Эдит Пиаф. Оставь меня в руку, я в слове как шампанского.
плавать, пока не утону. Оставь меня одну, я прошу сама то, что взвалили мне на плечи. Как падающий в лифте, мне с каждой секундой становится легче. Бутылки лучше, чем мужчины, приятнее целовать, они не бросят без причины. Можно выпить сразу пять и закружит перед глазами, словно карусель. Ничего не стоит, а раствориться в ней. Как я устала, Боже, как я устала. Ну кто столько сможет? Отчего тебя мало? Оставь меня одну, и под аплодисменты зала я пойду ко дну. Оставь меня одну, и в славянах шампанском буду плавать, пока не утону. Оставь меня одну, и подыщу сама, что взвали. С каждой секундой становится легче. Между Эдит Пиаф и Андреем Бобровником. Вот. И я с большим удовольствием приглашаю все молодежное наше жюри на сцену для того, чтобы мы тоже какие-то ништячки могли своим, так сказать, лучшим среди равных преподнести. Итак, мы для начала расскажем про эти самые ништячки. Да? У нас... Доставайте. Девушка, что вы стоите с пакетами? Доставайте. Во-первых, это диск Олега Барабаша. Сам по себе объект поклонения. Во-вторых, это авторские открытки от Екатерины Галаниной. И мерч от твоей дивизии «Каракатица». Ручная работа. Наша Ксения, она художница, и вот она расписала специально для Уминской ноты. Вот. Кому же эта красота достанется? Итак. Барабанная дробь. Итак, диплом лучшему из равных, приз молодежного жюри, награждается Зудова Юлия! Итак, да, мы долго совещались по каждому из конкурсантов и все-таки решили, что
Второй диплом лучшему из равных приз молодежного жюри награждается Конопля Олеся! Она здесь есть? Присутствует? Бежит, бежит! А мы тебя не узнали без этой клевой повязки, в которой ты выступала. Итак, вот и все. Спасибо. У нас все с вами было. Молодежное жюри фестиваля «Болкинская нота» 2022. Спасибо вам. И вам спасибо, ребята. Ну, как вы уже поняли, мы стремительно приближаемся к кульминации. Вот молодежное жюри свою высокую миссию выполнило, но взрослое жюри тоже никак не хочет с вами прощаться, поэтому сейчас на сцене Антон Трофимов. Прошу. Добрый вечер еще раз. Я должен сказать, что мне выпала замечательная совершенно честь открывать сегодняшнее вечернее выступление членов нашего замечательного жюри. Скажу честно, у меня довольно богатый опыт работы на разных вообще фестивалях, но то, как работалось в этом году здесь, на Обнинске, на Обнинской ноте 2022, с теми людьми, с которыми я работал, ребята, это было замечательно. Совершенно замечательные, конечно, были наши участники конкурса, и спасибо им всем, спасибо всем вам, что пришли поддержать и их, и нас, самое главное, Обнинскую ноту. Я очень надеюсь, что мы еще много-много раз будем видеться на этом фестивале. А для того, чтобы это стало реальностью, у меня есть такое маленькое свое собственное волшебство, песенка, которую я уже давно знаю, что в те места, в которых она звучит, я непременно приезжаю еще в Обнинске. Замечательно. На Обнинской ноте классно. Встретимся. О, звук-то есть? Да. Печали без всякого лоска, на деревьях кусочки застывшей смолы, словно капли застывшего воска. И на память о летних беспечных балах остается тебе только пыль во дворах. Слышишь шорох ветра в окне, слышишь шум дождя по стене, слышишь, это значит, что я возвращаюсь. Веришь, что не будет зимы, веришь, только осень, и мы, веришь, я расправил свой старенький парус. На бульварах осенние листья шуршат, как неприбранный мусор в гостиной. Город сумраком залит, печалью зажат, занавешен дождей паутиной. Он как дом без хозяина, горек и пуст. Это значит, что я непременно вернусь. Слышишь шорох ветра в окне, слышишь шум дождя по стене, слышишь, это значит, что я возвращаюсь. Веришь, что не будет зимы, веришь, только осень, и мы, веришь, я расправил свой старенький парус. Веришь, что не будет зимы, веришь, только осень, и мы, веришь, я расправил свой старенький парус.
Спасибо. Ждите новостей о лауреатах и дипломантах. Антон Трофимов. А сейчас на сцене ДКФИ обнинскую ноту подхватывает бард, мастер перевоплощения, как и подобает актеру театра и кино Сергей Рубашкин. Спасибо. Я надеюсь, что гитара у меня звучит, а не как днем. О, классно, что-то слышно. О, супер, даже слышно. Я очень рад, что Антон Трофимов наконец доехал до Обнинска. Это не только замечательный автор, но и очень классный человек. Мы как-то попробовали организовать диалог на сцене. Это получили оба огромное удовольствие. И я сейчас не откажу себе в удовольствии ответить на его песню, песни Владимира Александровича Ландсберга. Облака, вот и славненько, думаю, сели. А бетонную твердь обступает по бокам молодая веселая зелень. Ну трава и трава, отчего?